Минздрав Омской области подтвердил, что в родильном отделении областной клинической больницы работала врач-гинеколог, болеющая туберкулезом. Заболевание было выявлено у медика в августе в ходе очередного профосмотра. По информации Минздрава, никаких нарушений в обследовании сотрудника допущено не было. При приеме на работу женщина проходила необходимую диагностику. После того, как врачу поставили диагноз, ее отстранили от работы. Помещение больницы было обработано. Всех женщин и детей, которые были пациентами этого гинеколога, теперь ждут регулярные походы к фтизиатру.